Спортивный костюм вместо роскошного платья, вместо вальса нормы ГТО. Любителей физкультуры из Красноярского округа объединил спортивный бал. Вот уже 7-й год этой акции отмечают достижения местных жителей в области спорта. Если в прошлом году она представляла собой гала-концерт, а в этом балом назвали состязание среди трудовых коллективов. Физподготовку демонстрировали 10 команд. В их составе работники окружной администрации, кадастровой палаты, аэропорта, молодежного парламента и нескольких крупных компаний. Команды разделили на две группы. Одна боролась за победу в волейбольном матче, а другая сдавала нормы ГТО. Мы подводим итоги, не просто чествуем наших лучших спортсменов, которые за этот год добились результата, в том числе мы чествуем наших педагогов, которые руководят физической культурой, тренерский состав, лучшие команды трудовых коллективов. Мы видим, самое главное, заинтересованность обоюдно, не только тех, кто как бы организовывает, но самое главное – это желание, стремление трудовых коллективов. В завершении спортивного бала лучших физкультурников округа наградили грамотами, в том числе от имени главы Краснодара, а также ценными подарками.